Сегодня мы будем строить корабль за 1 минуту, 5 минут и 10 минут. И потом на этих кораблях доплывать до самого конца, ну или хотя бы попытаться. Да. Давайте начинать строить эти кораблики. И сейчас будет первый раунд, в котором я запущу таймер на 1 минуту, и мы будем строить корабль. Поехали. Поехали. Я построю железную лодку, потому что железо красивое, крепкое, крутое, замечательное вообще. Так, осталось 5 секунд, давайте скорее заканчивайте. 3, 2, 1, 0, время вышло. А, давайте посмотрим, у кого какие лодки получились. Это моя лодка. Ну что, давайте посмотрим, какие лодки получились у остальных участников. У Арконуса вот такая золотая лодка с двумя моторами. У Купаса, что это? Сондер на плоту будет путь, что ли? У Сондера плотик есть. У Кибера это что такое вообще? Ты до этого докуда доплывешь, интересно? У Паштета у нас вот такая золотая лодка, похожая на унитаз, вроде бы, да? Что? Ты не понял сейчас? Так, ладно, давайте. Включаем воду и поплыли. Нам надо доплыть до самого конца на своих лодочках. О, куда Паштет улетел? Паштет самый первый. Че за мной плывешь так нечестно? Давай я за тобой плыву. Так, что у нас здесь? Купас пока еще живой, Кибер тоже. Сондер, здорово. Кстати, мы можем же друг другу подбить, по идее, да? Сондер вообще без кресла. Да? Здорово, Сондер. Ладно, они будут. Лисы добрые, они плавать не умеют. А тебя Кибер можно, давай, поехали. Нет, Купас, сейчас утонет. Садись ко мне, садись, ко мне. Давай. А, ладно, всё. Да, мне как-то ай! У меня лодка взорвалась! Ко мне два лиса переехали и со мной едут. Сондер выбывает. Сондер все, он проиграл. А мы тут с Купасом до сих пор плывем на своей лодке. Нинди, здорово. Мое кресло сломалось, его грипп сломал. Теперь я тоже без кресла, Купаса, здорово. Фу, это от кого так воняет? Это кто такие? Почему они по нам стреляют? Короче, там совместно. Ай, крыша сломалась. У нас двухэтажная лодка, я на втором этаже живу, а Купас на первом. Нам хорошо. Пока, пакманы. О, где это мы оказались? О, все, Купас. Нам капец. А, почему я под воду провалился? Мы с Купасом под воду провалились и утонули. Мы с Купасом и Сондером и Кибером все выбыли, остался только Паштет и Арконус. Мы даже не знаем, мы где они. Сейчас я к вам доберусь. У меня эти маленькие рога появились. Здорово. Вы оба доплыли до конца, что ли? Да. Молодцы. А, давайте приступать ко второму раунду. А, сейчас у нас будет второй раунд, в котором мы будем строить постройку, то есть корабль за 5 минут. Я включаю таймер через 3, 2, 1, 0. Начинайте строить корабль. 5 минут, я думаю, это очень много, поэтому можно построить огромный корабль даже. Три, два, один, ноль, время вышло. Все, заканчиваем строить. Что у нас за корабли вообще тут получились? Ого, у тебя какой-то черный такой корабль вообще. Ну, я типа хотел сделать такой маленькой лодочки. А. Вот здесь у нас корабль Купаса. В этот раз Купас сделал вот такой пиратский вроде бы корабль с зегом и турбинами. У Сондера опять плот, но он уже умеет плыть хотя бы. Здесь у нас. Что это такое? Золотой кусок. Золотой утюг. Золотой утюг. Интересно, он не утонет? А здесь у нас корабль Кибера. У него есть защитное поле, пушки и все. Ух. Садимся по кораблям и готовимся. Ух. Что? Можно добавить свет один блок света. Я вообще моторы ставлю. Наши корабли закончены, и давайте отправляться в море. А, вы уже включили воду. Паштет снова полетел сразу, как пуля, и сразу же перевернулся. Паштет там живой? Он летит, да. Это летающий утюг. Красной бронированный утюг. У меня лодочка медленная получилась, но пойдет. Арконус очень медленно передвигается, да. О, Купас вообще как-то развернулся странно, но все-таки плывет. Кибер вообще как этот, как улитка какая-то двигается. Он даже вообще не двигается. Меня вода кусает. Сондер вода кусает, он не может плыть. Сондер на последнем месте, он до сих пор в самом сзади. Нет, зачем ты спрыгнул со своей лодки? Лодка Сондера поплыла дальше, а Сондер остался на берегу. Сондер снова самым первым выбывает, а его лодка плывет вперед. А у меня здесь что? Я даже не могу ехать, у меня она слишком тяжелая.
блин. Вы, кстати, тут дорогу почистили, спасибо. Не ешь меня. Купас? Что с Купасом? Он вообще перевернулся, но он уже прошел полкарты. О. Я стиральную машинку проплыл. Да, я вижу. Он на финальном уровне. Зачем ты туда залез? А тебя воняет какими-то грибочками опять. Фиолетовыми. Давай, ты уже в самом конце, ты самый первый. Я знаю. Прыжок. Все. Паштет снова приплыл до конца. И самым первым. Ой, каменный пляж. Ребята, ну это, я вам не заметил. Ну, ГГ, короче, у меня минус по Торе. Но я где? О, грибочки. Я медленно, но уверенно плыву. Я вообще доплыву до конца когда-нибудь. Я самый последний пока что. А Кибер у нас вместе с Арконусом на одном уровне остановились. Вон там Кибер, я его вижу. Я рядышком. Нет, камушки, не нападайте на меня. О, Кибер по мне огонь открыл. Арконус уже на медовом уровне. На тебя сейчас пчелы нападут. Кибер тоже заходит уровень с медом. О, я тоже на уровне с медом. О, привет, я Кибер. Я даже быстрее Кибера. Я обгоняю Кибера. Все, пока, Кибер, ты на втором месте теперь. Да. Ай, мое кресло сломалось. Ну ничего, у меня тут есть кресло для особых пассажиров, которые нельзя сесть почему-то. Моя кепка, моя птичка, нет. Нет, мой кораблик. Пельмешек умер, что ли? Да, пельмешка съели. Все, Кибер проиграл, у него нет корабля. Кибер утонул, остался только Арконус и я. Привет, Арконус, можно твою лодку пересесть? Ну давай, садись, только наверх давай как-то. Давай быстрее, пока... Ладно, я не могу залезть. А, ну... Я залезу на свою... Почему она перевернулась в самом конце? Ладно, я пока живой еще. Давай, ты ломай камушки, а я буду за тобой просто плыть. Мы на последнем уровне с тобой, давай. Нет. Ладно, все, я на час залез. Моей лодке там конец кого, кажется. Нет, я умер. Ууу, все, минус Арконус. Спасибо за лодку, кстати. Ва, моя лодка даже впереди твоей плывет. Смогу я до нее добраться, интересно? Хоп, все, я на своей лодке почти снова. Ладно. Ура, я почти доплыл, я буду вторым. Я вроде бы живой еще. У меня нога отвалилась, я живой. Ура, я доплыл до сундука. Крутой кораблик. Это был второй раунд, и сейчас мы будем приступать к третьему раунду. Мы будем строить сейчас лодку за 10 минут. Бедный Нубик, вы что с ним делаете? Нубик, он живой? Паша, что ты с ним сделал? Так, сейчас я включаю таймер на 10 минут, и мы будем строить лодку за 10 минут. Включаю, все, стройте лодку. Прошли 10 минут, и сейчас мы будем смотреть, что у нас за кораблики получились, и отправляться в долгое плавание. Вот, что тут у тебя, Арконус, получилось? Это что такое? Колеса? Лодка, амфибия. У тебя тут есть колеса, пушки, ускорители. Ой, ужас, что это такое? Говорю, куча лодка. Пушек. Ну, а что, нормально? У Купаса есть вот такой корабль, он очень похож на звездолет. У него даже есть гарпуны, ускорители. А это почек Сондера с маленькой пушкой. Да. Серьезно? Это корабль Кивера, на котором прям вообще очень много пушек. Я надеюсь, что он подплывет. А это корабль Паштета. На нем есть две пушки и... О, скоростной, ладно, я вылезу, пока еще могу. Через 5 секунд мы отправляемся в наше плавание. Короче, все, отплываем, можете начинать перестрелку. Огонь. Я полетел. Куда сразу полетели? Три корабля сразу улетели. Ты куда, Арконус? Ты живой там? Купас полетел вперед. Арконус уже проиграл. Как ты так успел? Нет, я жестко влетел в сундук. Блин, Купас походу сейчас победит. Да, он вообще быстрый. Он уже до конца доплыл. Он к себе Сондера посадил, и они полетели в конец. Все, они уже у конца, они прошли. А зачем лодка Сондера тогда нужна была? Тем временем я. Сейчас я к тебе Кибер приплыву, тебе будет не скучно. Я тебя уничтожу. В атаку, у нас должна быть война. Я что делаешь? Назад, чтобы с вами сражаться. Я поплыл назад. Застану врасплох. Ой, куда это я залез? Помогите. А я поплыл назад, чтобы сражаться с вами. Да? У нас тут проблемы небольшие. Короче, привет. Привет. Получай. Ты мне кресло сломал, да вы заколебали. Получай, ну, ты обездвижен. Дай тебе сяду, Кибер, дай тебе сяду. Паштет, я тебя победил, ты понимаешь? Да, ты не победил. Я сверху, Кибер. Нет.
что? А ты где, кибер? Я до тебя пытаюсь доплыть. Твой корабль прыгает, давай я к тебе поплыву. Я еду за вами. Я умер. Нет, как так? Я почти до тебя доплыл. А, вот ты, я тебя вижу, твой корабль, то есть. А хотя нет, нажми на... О, что это такое? Все, это капец. Я тут проиграл тоже. Все, я тебя не вижу, где вы, я за тобой еду. О, нет. Ух, привет. Ой, что это такое там? Я хотел привет, привет, ты видишь меня? Это хлеб. Это ж хлеб. Не ломай мои колеса, слышишь, что я сейчас не переверну. Кибер, залезай. Ай, больно. А у тебя здесь есть? Давай, поверь с пухом. А, ты мне колесо сломал. Ай, огромный бублик меня поймал. Я буду еще видеть такое. Я больше не буду с тобой плыть, я на тебя обидел. Ай, нет, я сейчас в стиралку упаду. Стиралка? Нет, 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 все, конец. Ух, в стиралку упал, ух, в стиралку упал. Все, минус пушки. Лучше не надо, лучше не надо. А я ж ничего. Помогите. Он снизу, он есть там, вон он. Вот, я. Давайте все к нам. Нет. У меня остался только один блок. Мне кажется, у меня осталось только время на то, чтобы попрощаться и попросить вас поставить лайки, подписаться на канал и вот другое интересное видео. Ну, с вами был Геймс. Всем пока.